Я сегодня поставил точку. Ибо дальше так жить, наверное, не вмочь меня. Казалось, все просто. Иди, прощайся. В любой ситуации не забывайся. Ты должен всегда уходить красиво. Черт побери, велика ж эта сила. Давно же ведь ясно, не быть вам с ней вместе. Куда? К ней идешь? С собой заберешь? Несносный упрямый мальчишка. Не сдалась в объятия женская книжка? Не смог прочитать главу за главой? Так будь же разумным, живи головой. Ну чему тебя, отрока, столько учили? А скольким ты сам говорил эту правду? Про женскую сущность, про любовь так подавно. И что же, ты сдался, слабак? Да нет же ведь нет, послушай, послушай. Откуда я знал, что она меня лучше? Считаешь, легко сидеть, как под душем? Тишину эту слушать, тишину непростую, по сути пустую, а внутри все рыдает, судьбу проклинает. Ведь она же прекрасно осознавая говорила: так лучше. В ответ: понимаю. Я дарил бы ей розы в будни жизненной прозы, каждый день разноцветный улыбок букет, но, увы, в реалии этого нет. Трудно мыслить подобно в 19 лет.